Всем приветики, ребятки! Вы снова на моем канале Арина Слаймс. И в этом видео я буду распаковывать вот такие вот бумажные сюрпризики. Кстати, кто любит слаймы, ссылочка на мой новый канал будет в описании под этим видео. Так что заходите и смотрите, кто еще не подписан. Конечно же, ставьте лайки и рекомендуйте мои видео своим друзьям в соцсетях. Ну а мы начинаем. Первая коллекция – это вопрос-ответ. Давайте я выберу вот такой вот пакетик. Кто хочет, также задавайте вопросы в комментариях. Буду на них отвечать. Дальше кексики. Вот тут еще есть пакетики. 3, 4, 5, 6, 7 пакетиков. Давайте я вот такой вот пакетик выберу. Дальше вот такой вот пакетик «Времена года». Angry Birds. Тут 2 пакетика осталось. Давайте я эту птичку выберу. Мини-лента 3, один пакетик. Даже объемный пакетик. Может быть, настоящая мини-лента. Кстати, пишите в комментариях, кто хочет распаковку настоящей мини-ленты в бумажных пакетиках. Дальше. Лол Кавай. Тут 3 пакетика. Давайте я выберу вот этот пакетик. И в следующем видео я сделаю новую коллекцию, наверное. Не обещаю, но возможно. Давайте начинаем распаковку. Первый сюрпризик. Я хочу открыть вопрос-ответ. Интересно, что тут за вопросик будет? Вопрос. В каких приложениях сидишь? Ну, я есть в Одноклассниках, в WhatsApp, в Viber я сижу, в Гугле я еще сижу. ВК. Ну, и, в общем-то, все. Ну, и, конечно же, в Ютубе. Дальше. Кексики. Сейчас я просвечу. Нет, не порву. Кексик, это хорошо. Чуть не порвала. И вот такой вот кексик мне попадается. Это повторочка. У нас с вами, кажется, такой кексик был. Но сейчас я посмотрю. Да, эту коллекцию мы еще с вами не закончили, мы ее будем дальше распаковывать. Да, у нас с вами такой кексик был, так что первая повторочка. Сегодня мне не повезло. Давайте я повторочки положу. Буду складывать вот сюда, вот положу. Одна повторочка есть. И вот это вот хрюшки. Я положу сюда. Надо будет туда же сделать какой-то кармашек, что ли. Вот сюда. Вот такая маленькая хрюшка. Надеюсь, что она не потеряется. Дальше давайте откроем пакетик Angry Birds. Такую вот желтую птичку. Вот открывать надо. И вот такая вот хрюшка мне попадается с усиками. Это, кажется, дедушка или же папа. Их не я не знаю. Но старенькая хрюшка, видно. Сейчас я приклею. Надо найти лист коллекционера. Вот. У нас тут с вами есть 3 хрюшки. Одна большая, другая средненькая, другая маленькая. Мне очень сильно нравится вот эта вот хрюшка. Не знаю, но почему-то она мне нравится больше всего. Напишите в комментариях, какая хрюшка вам нравится больше всего. Что вот это нравится? Это как-то не очень нравится. И давайте я приклею этого дедушку вот сюда, наверное. Сейчас я посмотрю тут. Тут он точно не поместится, так что сюда я точно приклею. Интересно, какая хрюшка нам с вами тут попадется? Напишите в комментариях, если же вам тоже очень сильно интересно. Дальше давайте откроем вот такой вот пакетик «Времена года». О, и тут нам попадается Зима. Вот такая вот собачка или же песик в таком колпачке красного цвета. И рядом с елочкой эта собачка стоит, шарфики красно-желтого цвета. Тут еще снег такой идет. Тут еще снеговик.
И вот такая вот кружечка с чем-то. Вон видно то, что там налито что-то горячее. Может быть, это и кофе, или же чай горячий, или же шоколад. Я не знаю. Сейчас я приклею такую вот тетрадочку. Зима. Вот сюда вот мы с вами приклеим зиму. Напишите в комментариях, какое ваше любимое время года. Вот я, например, очень сильно люблю зиму и лето. Это мои два самых любимых времени года. И дальше сейчас давайте откроем Лоу Кавай. Такая вот девочка с фиолетовыми волосами и в кофточке такого темно-розового цвета. Кстати, я скоро сделаю бумажный шарик Лол. Уже я куколку Лол нарисовала. Ой, нам с вами попадается вот такая вот девочка с рожками. Она такая миленькая, с черными волосами, обувь красного цвета. Одежда у нее тоже вся красная. И кофточка такая же красненькая. Давайте я положу вот сюда вот. И мини-лента 3. Вам интересно, что тут внутри? Тогда я открываю. Стоп! Вы поставили лайк? Если нет, то ставьте лайк и подписывайтесь. Кто еще не подписан, я жду. Лайк поставили, подписались, молодцы! И я открываю. О, и у нас мне попадается вот такой вот собачий корм. Ван. Для всех собак мелких пород. От 1 до 10 килограмм. Такая вот собачка тут нарисована. Кстати, пишите в комментариях, кто любит собачек. Я не очень люблю их. Взрослая мини. Больше 10 килограмм. Вот тут даже очень мелко написано что-то. Может быть, через лупу это получится прочитать. Но я пробовала, у меня не получалось. Значит, очень-очень тут мелкое. Хотя там какие-то буковки написаны. Вот такой вот еще корм для собачки. И тут еще что-то написано. Вот такой вот собачий корм. Объемный. Вот так вот можно сделать сейчас. Вот. Кому понравилось мое видео, ставьте лайк, если кто еще тогда не поставил. И жмите на колокольчик, кто уже подписан, чтобы не пропускать мои новые видео. И, конечно же, рекомендуйте мои видео в соцсетях и своим друзьям, конечно же. На 100 подписчиков будет конкурс. Всем пока-пока!